Всем привет! С вами канал Мультипланет и я Маша Касситерова. И сейчас мы поиграем в игру по мотивам мультфильма «Как приручить дракона». И игра называется «Беззубику нужен доктор». И как всегда вначале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И начнем. Так. И Беззубик у нас к второй части упал в лед и заболел. Даже драконы болеют. Итак, нам надо измерить ему температуру. Оп. И... О нет, у Беззубика очень высокая температура. Это ужасно. Бедный, бедный Беззубик. Так. Следующим делом нам надо послушать сердечко Беззубика. И она очень-очень быстро бьется. Хорошо, что мы проверили, посмотрели, какое у него сердцебиение. Так, теперь нам надо побрызгать ему носик, чтобы прошла болезнь. Так, это мы тоже сделали. Теперь волшебный эликсир для драконов, который излечит его от всего. Бедный Беззубик. На вкус, конечно, гадость, но надо выпить, чтобы не болеть. Давай, Беззубик. Ты маленький несчастный малыш, хорошенький такой дракончик. У него глазки, как у моего котика. Ой, как жалко, прям плакать хочется. Так, теперь наденем специальную маску на Беззубика, чтобы он подышал свежим морозным воздухом, который излечит его легкие. Так. Ага, он теперь может дышать своим огнем. Ура, так. Теперь давайте вытрем Беззубика, чтобы у него не было ничего вокруг ротика, бедненький. И вот он какой хорошенький и довольный стал. И вот он весь сияет, он вылечен. Рядом его любимый лучший друг Икинг. И они вместе. Надеюсь, вам понравилось играть в эту игру со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч!